конечно же, хотелось, чтобы зал был в светлых тонах, чтобы открылись все перспективы для творчества наших флористов и оформителей. Мы обратили особое внимание, и это было наше главное требование к залу, чтобы можно было в одном месте провести и выездную регистрацию, и банкетную часть. Обязательное место для монтажа сцены. Увидев балкон на этой площадке, мы поняли, что то, что мы хотим, оно будет выполнено на все 100%. И самое главное, мы не увидели в зале ни барных стоек, ни колонн. И отличная акустика зала. Мы слышим друг друга, видят все гости, хорошее настроение. Дорогие друзья, мы продолжаем дальше.